spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена серия спиннингов под названием «Компас». Ее производителем является компания «Форсаж». Это достаточно обширная линейка, в которой каждый может найти свое удилище для ловли различного хищника на все возможные приманки. Давайте поближе рассмотрим экземпляр длиной 213 см и тестом от 5 до 25 граммов. Серия «Компас» многочисленна и на данный момент включает в себя 10 моделей в длинах 213, 244 и 275 см. Среди них представлены варианты от класса Medium Light до Heavy. Минимальный тест по приманкам составляет от 4 до 18 граммов. Максимальный находится в пределах от 15 до 50. Главные характеристики, такие как длина в футах и более привычных нам сантиметрах, а также тест по используемым приманкам и по леске, нанесены на бланки ближе к комлю. Удилища состоят из двух частей со штекерным соединением типа put-over. Для их изготовления выбран высокомодульный графит. Строй заявлен как fast, то есть быстрый. Вершинки полые, табуляр тип. Такие характеристики делают серию практически универсальной. Для оснащения применяются пропускные кольца K-Guide. Их рамы выполнены из нержавеющей стали, а благодаря вставкам можно использовать не только монофильную леску и флюорокарбон, но и различные плетеные шнуры. Для фиксации крючка приманки предусмотрен нескладной хук-кипер. Он сделан в виде компактной металлической петельки. Удилище оснащено катушкой-держателем VSS с нижним расположением прижимной гайки. Она обеспечивает надежную фиксацию без инерционной катушки. Вес, в зависимости от модели, равен от 124 до 171 грамма. Рукоять разнесенная, позволяющая как осуществлять рывковую проводку, так и упирать ее в предплечье во время джига. В качестве основного материала использован этиленвинилацетат, или сокращенно EVA. На торце мы видим прорезиненную заглушку, называемую баткэпом. Для хранения спиннинги Форсаж Компас комплектуются чехлами из плотного материала, где указаны главные характеристики каждой модели, такие как длина и тесты. Сам футляр состоит из двух отделений и закрывается клапаном с небольшой текстильной застежкой. В одном отсеке находится комлевая часть, а в другом – вершинка. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.